На конкурс дети читают стихи. Епифанцев Руслан, 5В класс. Школа 1959, город Москва. Сергей Есенин, низкий дом с голубыми ставнями. Низкий дом с голубыми ставнями. Не забудь мне тебя никогда. Слишком были такими недавними, отзвучавшие в сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в глуши, но, наверное, навеки имею нежность грустную русской души. Влюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали. Только видели берез да цветь, да ракитник кривой и безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться. И под этим дешевеньким ситцем ты, мила мне, родимая, выть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми ставнями не забудь мне тебя никогда.